dvhub.ru. История почетного гражданства в городе Хабаровске началась в 1878 году. С 1878 по 1917 год удостоены звания 22 жителя города Хабаровска. В 1983 году Совет народных депутатов города Хабаровска принял решение о возобновлении присвоения звания почетный гражданин города Хабаровска. За эти годы по 2015 год почетными гражданами стали 62 человека. Среди них государственные и общественные деятели, ветераны Великой Отечественной войны, герои труда, ученые, работники культуры и искусства, писатели, краеведы, спортсмены. На сегодняшний день живут и здравствуют 20 почетных граждан города Хабаровска. Из них 13 человек проживают в городе Хабаровске, 6 проживают в других городах, в том числе один в другом государстве. В настоящее время почетные граждане избираются на основании решения Хабаровской городской думы от 21.10.2003 года номер 408 о звании почетный гражданин города Хабаровска в 4 редакциях. 72 года проживает в Хабаровске, 63 года. Звания и награды: почетный дипком мэра за заслуги перед городом, почетный знак Хабаровской городской думы за заслуги, благодарности мэра Хабаровского краевого объединения предпринимателей, медаль за заслуги в предпринимательстве, памятный знак 150 лет городу Хабаровску. Особая заслуга. В качестве корреспондента поднимал и помогал городу решать проблемы социально-экономического и духовного развития горожан. Редакция газеты под его руководством способствует становлению в городе гражданского общества, остро ставит на своих страницах темы законности и правопорядка, защиты прав человека. Лично прилагает немало усилий, чтобы газета поддерживала в городском сообществе должный морально-психологический климат. За Глухова Станислава Алексеевича ходатайствует 5 организаций. Князев Александр Леонидович, председатель городской общественной ветеранской организации «Доманцы», вице-президент межрегионального общественного ветеранского движения «Доманцы», член городского совета ветеранов, член президиума Хабаровского краевого совета Всероссийское общество охраны памятников истории и культуры. 68 лет, проживает в Хабаровске 57 лет. Звания и награды: лауреат премии имени Дьяченко, медаль Жукова, нагрудные знаки «Доманцы» и «Защитник рубежей Родины», остров Доманский, 1969 год, 5 юбилейных медалей, 5 памятных знаков, 2 памятные медали, 4 общественные медали, почетные грамоты военного совета КДВО, командующими войсками КДВО и Восточного военного округа, городского совета ветеранов. Благодарность мэра, благодарность губернатора Хабаровского края. Особая заслуга. Участник боевых действий на острове Доманский. Ведет активную работу по развитию и укреплению ветеранского движения. Внедряет новаторские формы патриотического воспитания детей и молодежи. Инициировал и организовал установку 2 мемориальных досок на фасадах школ в честь погибших на острове Доманском и присвоение имен погибших 3 школам. Инициировал и организовал перезахоронение воинов 135-й мотострелковой дивизии из братской могилы, построенный при его личном участии мемориал. Автор сборника стихов «Взорванная весна», «Город воинской славы Хабаровск», «Город воинской славы». За Князева Александра Леонидовича ходатайствуют 10 организаций. Наманюк Сергей Георгиевич, учредитель благотворительной общественной организации «Открытое сердце». 60 лет, проживает в Хабаровске 60 лет. Звания и награды: благодарственные письма Министерства социальной защиты населения Хабаровского края, школа-интерната для слабослышащих детей номер 6, диплом за первое место в краевом конкурсе «Инициатива и доверие». Особая заслуга. Организовал в собственном частном доме в районе химфармзавода приют для бездомных граждан на 120 мест. Организовал в селении Красовка Хабаровского муниципального района второй приют для бездомных граждан на 60 мест, в котором оказывает медицинскую помощь, содействие в восстановлении утраченных документов, оформлении пенсии и пособий. Администрация города в связи с положением о присвоении звания почетный гражданин города Хабаровска с 16.04 по 16.05 этого года было организовано интернет-голосование жителей за выдвинутые кандидатуры. Однако по интернет-голосованию сложилась несколько нереальная ситуация. 333 тысячи голосов на 5 сайтах. В прошлом году у нас голосовало около 2000 было голосов.
При этом, согласно положению о звании почетный гражданин города Хабаровска, утвержденному решением Хабаровской городской думы от 21.10.2003 года, интернет-голосование не является определяющим при выборе кандидата, а носит исключительно информационный характер. Кроме того, информирую, что дополнительно, уже после поступления документов, в комиссию поступали ходатайства от предприятий и организаций в поддержку Наманюка. Один трудовой коллектив, 9 членов трудового коллектива. В поддержку Князева 169 трудовых коллективов, 3137 членов трудовых коллективов. Уважаемые депутаты, при определении кандидатуры на звание почетный гражданин города Хабаровска прошу учесть представленную информацию, а также требования положения о звании почетный гражданин города Хабаровска и требования к особой заслуге кандидата. Вашему вниманию предлагается протокол номер 2 заседания счетной комиссии. Присутствовали Волосников, Агафонова, Прошина, повестка дня подведения итогов тайного голосования на присвоение звания почетный гражданин города Хабаровска. На заседании Хабаровской городской думы присутствует 29 депутатов. Выдано бюллетени для тайного голосования 29. Вот протокол выдачи бюллетеней для тайного голосования. Здесь присутствуют ваши росписи, количество соответствует количеству выданных бюллетеней, количество росписей. Бюллетень для проведения тайного голосования на присвоение звания почетного гражданина города Хабаровска внесены Глухов Станислав Алексеевич, Князев Александр Леонидович, Наманюк Сергей Георгиевич. При вскрытии урны оказалось бюллетеней 29, недействительные бюллетени 4. При подсчете голосов голоса распределились следующим образом. Глухов Станислав Алексеевич за 3. Князев Александр Леонидович за 18. Наманюк Сергей Георгиевич за 4. Таким образом, почетным гражданином города Хабаровска избран Князев Александр Леонидович. dvhub.ru